Здорово! Сегодня мы будем открывать контейнеры на таком чудесном проекте под названием Black Russia. Я думаю, ролик получится довольно-таки интересным, поэтому не забудь поставить свой лайкосик и подписаться на мой канал. Также сразу же объявляю предыдущего победителя с предыдущего ролика на 5 миллионов вверх, и в этом ролике делаю точно такой же розыгрыш для вас. И все, что вам нужно сделать, это подписаться на мой канал, поставить свой лайкосик и написать свой комментарий. Все очень просто, можно просто изи выиграть у меня 5 миллионов, ребята, поэтому прямо сейчас спускайтесь в комментарии, пишите комментарии, лайкосик, подписка на канал, и все, ребята, абсолютно все легко. Также, если ты хочешь играть вместе со мной, ссылочка на данную игру будет в описании, она самая первая, нажимаешь, скачиваешь, все очень просто делается. Регистрируешься на моем любимом сервере под названием Cherry и вводишь мой промокод хэштег Мирон, ребята, все очень просто. Вводите промокод хэштег Мирон и получаете от меня хорошие бонусы. Так, ребят, контейнеры уже будут через считанные минуты, давайте начинаем. Бэмс, пацаны, контейнеры уже начались, ребята, и... Ой, что с голосом? Так, все, контейнеры начались, погнали их открывать. Первый контейнер, ребята, это у нас Дубай одежда. Как вы можете заметить, качество роликов поменялось. Все стало намного плавнее. Это не новый телефон, это просто другие настройки записи, дорогие друзья. Как-то так вот это все у меня работает. Я думаю, вы должны оценить такое, поставить свой лайкосик. Вот, я для вас очень сильно стараюсь, поэтому я думаю, я его заслуживаю. Так, ну давайте все подряд будем открывать, просто все, что видим, пацаны, давайте все сегодня открываемся до контейнеров просто на ура. Погнали, первый, второй точнее контейнер. Это у нас Дубай ТС-очка, за 9.1 открываем. Так, это у нас что за контейнер, это у нас, так, нет, это я не буду. Не хочу. Так, ну пошли, заберем нашу одежду, посмотрим, что там выпало, ребят. Блин, ну качество, конечно, кайф стало, реально, ребят. Вот качество сейчас уже прям, ну, бодрое такое. 2.7, к сожалению. Да уж, такое себе. Здесь у нас 900, здесь у нас 900, здесь у нас фигня, короче, одна, абсолютно одна фигня. Здесь у нас что? Здесь еще один контейнер за 9 миллионов, ребята, давайте мы его вместе с вами откроем. 9.1. Ой, очень он мне, походу, хочет руку пожать. Ладно. Фу. А, я не тому пожал. Ну, блин, ладно, извиняюсь. Хотя я вроде на него нажал. Здесь у нас... Я первый раз такое вижу, пацаны. Реально первый раз такое вижу. Да. Здорово. С красной тонировочкой выпал. Вот это, конечно, да. Так, здесь у нас за 2 миллиона, ребята. Давайте тоже его заберем. Как бы без каких-либо проблем. 2.3. 2.3 ставим. Да здорово, здорово, здорово. Все это просто долго очень, понимаешь? Ура, ура, говорит. Здесь у нас Кавасаки, да? Ну, такое себе, 9 миллионов, типа... Могло быть и лучше, на самом деле, а так вообще фигня. Так вообще фигня. Не окупается, не хочет окупаться. Так, здесь у нас... Опа! Здесь у нас что? Здесь у нас 2 миллиона. 2.3 забираем еще один. Желаю луку. Спасибо тебе большое, братик. Спасибо. Так, пацаны, погнали уже к следующему контейнеру. Вот они контейнеры. Так, подбегаем. Бэмс. Ну, бэха. X5. Такое. Вообще ни о чем. Да. Не солидно. Не солидно. Осуждаю, так сказать. 4650. Бэм, пацаны. И погнали к следующему контейнеру. Бежим, пацаны, к следующему контейнеру. Здесь у нас их еще, благо, много. Бэм, не заставляем никого ждать. Сюдым. Так, там у меня уже открылась одеждочка. Так, здесь у нас что? Здесь у нас ничего нету. Ничего абсолютно. Опачки, здесь у нас есть контейнер. А, не успеваю, ладно. Ничего страшного. Так. Открываем 2.7, опять 2.7. Такое себе, конечно, меня такое не устраивает. Да. Некрасиво, ребята. Нет, такого мы не можем допускать. Нужно идти вот к этому контейнеру, естественно, и забираем его. 9.2 ставим, дорогие друзья. Вот.
так-то нормально. Ой, отдельно передашь Дэвид Уинстон. Привет, трогать не буду. Дэвид Уинстон, привет. Все. Передаю привет, и он не будет меня перебивать. Все честно, я считаю. А как понять, отдельно передать привет? Ну нет, так я не буду уже точно делать. Это уже, ну, немножечко неправильно будет. Так. Это уже унижение какое-то получается. Так. Оу, щит, мэн. Нормально, ребята, нормально. Ламборгини, хураханчик нам выпал, хураханчик. Вообще просто красота, пацаны. Ламборгусик нам выпал, вообще просто, ё-моё, блин. Вот это нормально. О, кстати, это ж мой контейнер. Я совсем забыл про него, пацаны. Так, и здесь у нас два лямчика выпадает, нормально. Плюс-минус пойдет. Так, здесь у нас, что у нас, здесь 2 миллиончика. Давайте его тоже заберем, почему, собственно говоря, и нет. Все, пацаны, началось душнилово. Да, к сожалению. Здесь у нас что? Здесь у нас где? Здесь у нас почему? Что такое? Ну давай. Давай, блин. Опять надо вот так вот отходить, подходить. Вот эти все моменты, некрасиво. Так, 4650. Бам. Нифига нету, нифига. Вот опачки, опачки. Красота какая. А здесь у нас что? Все, одежда, ребят. Давайте 3 одеждочки откроем. Давайте, просто 3 одежды. Ой. 3 одеждочки нам нужно. Бамс, пацаны. Все, у нас уже наоткрывалось много контейнеров. Надо пойти забирать дроп. Все, что нам навыпадало. Так. Здесь у нас что, ребята? Здесь у нас 2,7. Да вы что гоните? Какой просто контейнер подряд не выпадает 2,7? Это просто уже бред какой-то. Ну, здесь, как всегда, просто субарик. Ничего нового. По традиции он здесь выпадает, просто по КД. Так, погнали сюда. Тут у нас открылся еще один контейнер. И еще один сразу же открылся. Много наоткрывали. Много наоткрывали. Да. Где кнопка у нас? Где у нас кнопка забрать? Вот она. Забираем 2,7, пацаны. Да я в шоке просто, реально. 2,7, уже просто какой контейнер подряд? 5,2, ну хоть один. Спасибо, как говорится, и на этом. То хотя бы один контейнер соизволил выдать мне денег. А так вообще бред просто. Сколько там, 4 контейнера подряд было просто 2,7. Спасибо, что не 2,2, а как бы... А чё бы и нет. Так. Здесь у нас еще есть один контейнер за 2 миллиона, ребята. Его тоже забираем. За 2,3 вот так ставим. 9,1. О-о-о. Давайте его тоже заберем. 9,3. Такс. Отлично. Фух, пацаны, много контейнеров наоткрывали. Много-много-много-много-много. Так, здесь у нас что? Ну, Мерс, да господи. Да куда он мне нужен, а? Нет, такое себе. А, мне... Мне еще с какого-то контейнера госка пришла. Или я пере... Нет, я что-то путаю, наверное. Так, ладно. Все, открылся контейнер за 9,3. Погнали. Погнали, что у нас там выпало. О, здесь все за 2,3 у меня Митсубишик выпал. А здесь у нас... А, Range Rover, ну в принципе мы находимся в нуле, не слили, не подняли. Ну, Ламборгусик выиграли, отлично, как бы. Ламборгини это всегда хорошо. Так, здесь у нас сейчас должен открыться контейнер. Ага, меня перебили, окей. Бам, пацаны. Бим-бим-бим. Ух, сейчас бы поставил 49 миллионов. Вот это было бы просто красиво, ребята, я считаю. Почти 49 лямов поставил, слава богу, решил нолик убрать. Так. 2,1. Бам. Надеюсь, никто перебивать не будет. Так, погнали сюда. Здесь у нас что? Здесь у нас за 9 миллионов, ребята. Открываем еще один контейнер за 9 лямчиков. Так, 9,1. Все, открываем. Отлично, дорогие друзья. Отлично. Так, здесь у нас что? Здесь у нас... Ага, пошли одеждочку заберем.
одеждочка. За 5 миллионов одежда хочу отметить. И здесь у нас 2,7. Ну, типа, вообще не удивлен. Давайте сделаем так. Йоу, вот это перебивалити жесткая. Вау. 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 Так, сразу поставили 9,5, чтобы без каких-либо проблем. Так, здесь у нас что? Здесь у нас бам. 2,1. 2,1. Идем сюда. Идем сюда. Здесь у нас что за контейнер? За 2 миллиончика, ребята. Мы его тоже, естественно, открываем. 2,1. Это у нас что за контейнер? Это у нас что? Да ты гонишь, дядя. Ну давай, давай, хорошо. Хорошо. Я тебя перебью, бро. По итогу, друзья, открыл контейнер за 10 миллионов. Сейчас как бы пойдем забирать оттуда то, что нам выпадет. Я даже не знаю. Слава богу, хоть не 100 поставил. И по... Нормально. Ну пофиг, ладно, ничего страшного. Пацаны, деньги имеются. Как бы, ну мы, конечно, слили, но кайф мы от контейнеров получили с вами вместе, как всегда, пацаны. Так, здесь у нас что за контейнер? Здесь у нас одеждочка. Открываем одеждочку, как бы нормально. Ролик уже 11 минут целых идет. Нифига вот так. Так, здесь у нас что? Здесь у нас... А, ну пофиг на этот контейнер, я его трогать не буду. Так, здесь у нас что? Здесь у нас что? Здесь у нас где? Ага, вот. Ну все, ребят, забираем, и я открываю для вас автокейсы. Вот так вот. Давайте прямо сейчас и начнем, а потом заберем то, что выпадет с контейнера. Донат, пацаны, кейсы. Открою для вас целых 2 автокейса, пацаны. С вас обязательно лайкос. Раз, два. 2 автокейсика купили, пацаны. И нажимаем кнопочку крутить. Надеюсь, выпадет что-то нереально годное. Давай, давай, давай. Крутится, вертится, крутится. Так. Ну, ё-моё. Стой. Ой, блин. Ну, хотя бы Порш бы Панамеру подарили бы, я бы был бы не против. Ну, не подарили бы, а выпало бы мне Порш Панамера, я был бы не против. А тут опять всеми любимая Акура, пацаны. Почему бы, собственно говоря, и нет. Так, здесь у нас что выпадет? Ну, здесь-то можно что-нибудь годное выбить. Стой, стой. Ай, боже, да почему так всегда работает, пацаны? Ну, почему? Давайте заберем, что здесь нам выпало. Бам. 2,7, пацаны. Офигенное окончание данного видеоролика. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.